Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу. Грибоедова 166. Архитекторы Игнатович. Вот постройки 1894. Стиль эклектика. Особняк Серебрякова. Дом построен в конце 18 века, начале 19. Автор не установлен. В 1894 году перестроен архитектором Игнатовичем. Особняк принадлежал статскому советнику Степану Акимовичу Серебрякову. В доме 166 в 1920-х годах существовал Центральный географический музей. Он содержал выставку коллекций, характеризовавших ландшафт и различные области СССР и сопредельные страны, а также коллекции по океанографии. Директором музея был сын Семенова Тяньшанского. Музей имел три отдела – суши, морей и пресноводных водоемов, охраны природы. Заведующий отделом суши был Берг, чьи книги по истории географических открытий мы читаем и по сей день. В доме 166 в бывшем особняке в советское время находился интерклуб моряков. В 1933 году Коммунистический институт журналистики имени Воровского. Этот институт готовил кадры газетных работников для всего Советского Союза. Вот некоторые из выпускников этого института: Константин Иванович Абатуров, русский писатель, Тимофей Федорович Якушин, мордовский советский писатель, журналист, член Союза писателей СССР с 1963 года, заслуженный писатель Мордовской АССР, Джамарт Баканбаев, советский киргизский поэт, драматург, член Союза писателей, Самуил Михайлович Шатров, настоящая фамилия Шапира, русский советский писатель-сатирик, сценарист, прозаик, журналист, военный корреспондент, автор рассказов и фельетонов, Александр Степанович Вишняков, советский российский философ, журналист, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук, Улес Карлович Викстрем, советский писатель, редактор, драматург, переводчик, литературный критик, который писал на финском и русских языках, заслуженный работник культуры Карельской АССР. В 1962 году здесь находилась школа номер 3 фабрично-заводского обучения. В 1965, 1976, 1988 годах детский сад Октябрьского района. В 2010-2015 годах здесь находился дворец бракосочетания номер 4. В настоящее время дом включен в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Ну вот все, что мне удалось найти. Пользовался я сайтом City Walls, немножко Википедии. Все, всем пока, всем привет. Вот такой особняк на Грибоедова 166. Немножко посмотрели, узнали, кто здесь жил и учился. Пока-пока, до свидания.